Приветствую. И мы находимся в районе Люблино, Южного округа. И здесь автонели через железную дорогу, которая соединяет эту, так сказать, ну, соединяется с Батайской улицей по другую сторону железной дороги. И до Люблинской и Кубанской улиц проходит Курская улица. Почти на всем протяжении она проходит у железной дороги Курского направления, недалеко от станции Люблино. Ну, пассажирская платформа Люблино и, соответственно, уже грузовой станции Люблино сортировочная. Улица с двусторонним движением автомобильного транспорта по одной полосе в каждом направлении. Тротуаров на ней нет, и длина ее составляет около 500 метров. По одну сторону улицы проходит железная дорога, ну, а другую сторону занимает большая парковая зона, где раньше располагался дачный поселок Люблино-Дачный. Вот. И до 1680-х годов сохранились дачи, но официально поселок Люблино-Дачное, он вошел в состав Москвы в 1660 году, ну а дачи тут сохранялись еще до 80-х годов. Ну а теперь остались только деревья. Дачи все сносили в 80-х по краю, это уж все полностью, ну а деревья остались, ну и сады как бывшие, да. Ну также есть горошки, дорожки и газоны. Так что по сути это даже не улица, а проезд, потому что это одна сторона железной дороги, такая прижелездорожная улица, ну или прижелездорожный проезд, более бы, наверное, правильно было бы назвать. Ну, а названа была эта улица в 1960 году по городу Курску, областному центру России, до которого как раз вот рядом проходящего Курского направления, с Курского вокзала, можно доехать на поезде дальнего следования. Вот. Ну, и до Курска едут, ну, и дальше дальние поезда туда уже на Белгород, туда в Украину, на Харьков, и дальше в Крым поезда едут, ну, и вот все останавливаются в Курске тоже. Вот. Так что, ну, и никаких объектов по этой улице не числится, и, в общем-то, здесь можно только вот погулять вот, в такой большой парковой зоне, бывшего поселка Люблино-Дачный, о чем я только что говорил. Но, правда, в него лучше всего попасть в Люблинскую улицу, вдоль которой он тоже проходит. Он между Люблинской улицей находится и вот этой вот Курской улицей. Вот, ну, попасть лучше в Люблинскую. В нем находится, как бы, памятник. В честь 65-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск на Курской дуге, установлен был в 2008 году в виде валуна гранитного, установлен вертикально. Вот. И на всю высоту памятника буквами нанесена надпись, на которой размещена пятиконечная звезда. Вот. И по надписи размещается георгиевская ленточка. Вот. Такой вот объект. Эта улица находится в парковой зоне. Ну, в общем, по парку можно погулять, но особо какого-то интереса эта улица, она, в принципе, не представляет. Ну, в основном ее используется как транзитную, между Батайской улицей, там, из района Печатники, да, и дальше вот для связи вот этого района Печатники и района Люблино. Вот по железной дороге проходит связь, и как раз вот из этой улицы проезжает на Люблинскую, ну, и дальше, а вот Люблинская, она уже, конечно, понятно, большая улица, и там много жилых домов и разных других объектов. Вот. Ну, а доехать сюда лучше всего ли по железной дороге, там, по форму Люблино, или от метро Люблино на автобусе номер 30. Приятных прогулок и до новых встреч на улице.